Працягваем выпуск. Цэнтралізаванае тэсціраванне сёлета распачнецца 11 чэрвеня і працягнецца да 1 ліпеня. Рэгістрацыя на асноўны этап стартуе 2 мая. Вызначаны таксама рэзервовыя дні 6, 8 і 10 ліпеня. Тестирование будет распочинаться у 11 годин. Отримать сертификаты абитуриенты смогут у пунктах проведения ЦТ с 10 липеня, а с 13 у БДУ, где запланировано проведение ЦТ у резервовые дни. Высшие навучальные установы начнут принимать документы 12 липеня. Протягнется эта процедура 6 дней. Внутренние испыты у ВНУ пройдут с 18 по 26 липеня. Термины залечения за кошт сродка у бюджета по 28 липеня. На платные основе по 6 жнивня.